Погодка сегодня отличная. Морозик небольшой идет такой. На время 20:46. Да, 20:46. Минус 18 градусов. Минус 20 градусов. Вот, прокатился я тоже сегодня два круга. Тренировочку сделал. Стартовал я сегодня отсюда. Вот. Так что это. 20 километров сегодня пробежался. Все отлично. Марафон закончился. Мороз минус 18, ну а так. Друзья, все четко. Все нормально. Все нормально. Лыжи скользят, лыжи едут. Ну, правда, не очень едут, хотя я их и ускорителем намазал. Ну, едут они все равно как-то так себе. Так себе, так себе едут. Так что мы на этом не прощаемся. Тренировка следующая у нас будет. Послезавтра покатаемся. Антон сегодня на отдыхе у нас. Ну а так, в принципе, я вам что скажу. Минус 18-20, в принципе, особо такой холод и не ощущается. Нормально. Нормально. Все отлично. Так что на этом я сегодня заканчиваю тренировку. И все. Так что всем пока. Всем счастливо. Нормально.